У православных идет светлая седмица. В течение всей недели архипастыри будут совершать визиты в храмы своих епархий и проводить там божественные литургии. Первым вот уже на протяжении 10 лет храмом в списке посещений у епископа Парыжского и Инзенского филарета числится храм Николая Чудотворца в селе Оськино Инзенского района. Величественный деревянный храм Николая Чудотворца в селе Оськино красив и легендарен. Люди не позволили его осквернить в годы гонений на церковь, а посему множество православных святынь со всей округи свозили именно сюда, зная, что их не отдадут на растерзание безбожникам. Полтора года назад храм осиротел, умер его настоятель архимандрит Адриан, в миру Николай Шитов. Батюшка 4 десятилетия окормлял этот приход. Конечно, после отца Адриана нелегко бывает, сами понимаете, батюшка, был непростой такой, опыт был духовный, богатый, мы его дети все его воспитанники, поэтому, да, ну, слава Богу, основное, знаете, трудиться, как везде трудись, молись, смиряйся, так с Божьей помощью, слава Богу за все, да. Во время божественной литургии преосвященный филарет раздал награды. Иерей Николаев Чинников ко дню Великой Пасхи был удостоен права ношения камелавки. Доставится право ношения камелавки. Аксиос! Около половины прихожан в Оськинском храме – дети и подростки. Люди не просто приводят сюда своих чад, а приобщают к вере. Ребятишки, которым уже исполнилось 7 лет, обязательно исповедуются. Потому и на причастиях к двум священникам выстроились все, кто пришел в этот день в храм. А затем все вместе отправились в крестный ход вокруг своей церкви. Христос воскрес! Вернувшись в храм, преосвященный филарет обратился к прихожанам с архипастырским словом. Воскресение есть, и воскресение всегда приходит, и оно непременно будет со всяким человеком, где бы мы ни были. Ибо Господь не стал творить бы ничего такого, что был бы бесполезно или не нужно. Также владыка наградил орденом Сергия Радонежского настоятеля храма, протоиерея Павла Боброва. Архиерейские грамоты достались всем, кто помогает приходу. Татьяна Додина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из Инзенского района.